Покажи мне. Но разве Августин не разделял веру и познание? Именно об этом я и говорю. Значит? Я имел в виду, что вера превыше всего. Да, ведь без нее жертва Христа напрасна. Он погиб, чтобы спасти нас, верно? Искупить первородный грех Адама и Евы. Но ведь зло не исчезло. Да, не исчезло. Потому что он дал нам свободу выбора. А была ли свобода выбора у младенца, убитого тираном? Да, то есть нет. Это явное упрощение. Или, может, у священника, чье сердце сожрал волк? Или у Иуды, которому было суждено предать Христа? Кто-то скажет, что Иуду использовали. Что же это я слышу, брат Хордберт? Ты усомнился в Писании? Усомнился в вине Иуды? Чудовищное святотатство! Нет-нет-нет, ты все не так понял. Брат Седрик, ведь я всегда был смиренным слугой Господа. Прочь, прочь! Ищешь новых друзей? Речи человека позволяют заглянуть в его сердце, Эйвор. И это часто бывает полезно. И как тебе сердца тщедушных христиан? Это лишь выражение, Эйвор. Наш разговор меня утомил. Я тебя тоже утомил? Напротив, я рад, что ты здесь. Все думаю о том, что случилось в Мерсии. Что Фулке увидела в Сигурде? Может, силу рода? Что ей нужно? Ее замысел понять непросто, но сейчас это не важно. Сперва найдем твоего брата. Согласен. Если справимся, узы нашей дружбы будут нерушимы. Что ж, каков твой план? Мы в самом сердце христианских земель. Язычник и еретик. Чтобы найти Фулки, нам нужен тот, кто верит в их бога. Фулки и сама не святая. Ее идеи тоже не по душе христианам. Верно. Вот только в отличие от нас, она может притвориться одной из них. Но от всех ей не спрятаться, особенно с пленником. Ладно, с чего начнем? Я нашел нам друга, аббат Кинеберт. Он горит праведным огнем, но очень честолюбив и не слишком умен. И какая нам от него польза? Идем, я вас познакомлю. Послушаем его рассказ вместе. Нашел ли ты умиротворение в одиночестве? Я его не терял и не бываю одинок. Я люблю путешествовать по миру и быть среди людей. Я наблюдаю за ними, изучаю их и постоянно перенимаю их опыт. В этом наш долг, призвание незримых. Думаю, так бы сказал твой ученик. Мне будто слышится его голос. Хм. Значит, я хорошо обучил Хайсема, ведь это мои слова. Ты о вашем кредо и догмах? Именно. И о чувстве, как это назвать, ответственности за благополучие человечества. Высокая цель. Но это не объясняет твоего интереса к Сигурду. Мой брат мыслит мельче. Да, но в нем есть нечто особенное, нечто важное. Я хочу, чтобы он это понял, и пытаюсь ему в этом помочь. Взгляни на эти благословенные земли. Сад Господа нашего. И лишь его верные слуги достойны трудиться здесь. Аббат Кинеберт. Это тот самый норвежец. О, да. И с виду весьма грозный. Басим сказал мне, что ты знаешь Фулке. Верно. Леди Фулке была здесь не больше месяца назад. Мы беседовали и пили. Приятная женщина. И где она? Топор Эйвора к твоим услугам. Можно рубить деревья или головы. Что ты ему пообещал? Ничего особенного, Эйвор. Мне нужна помощь в одном несложном деле. Этот норвежец знает цену молчанию и скрытности. Он подходит для нашего деликатного дела. Перейдем к сути. Что ты хочешь в обмен на сведения о Фулке? Несколько недель назад Элдерман Кента
покинул этот мир. Тяжкая утрата. Король Альфред выбрал ему замену. Но имя еще не названо. Мне нужно узнать его. Сейчас. Весь Кент скоро увидит, кого из Тенов выбрали. Здесь важно время. Я должен успеть очаровать его, прежде чем к нему на поклон пойдет полшира. И кто же знает его имя? Посланец короля. Он доставит письмо с поздравлением новому элдермену. Найди его и сообщи мне. Узнаю имя счастливца, обсудим, как мне ему угодить. Если я соглашусь, как ты найдешь Фулке? Мне нужна уверенность. Есть ли у тебя люди во всех церквях, аббатствах и соборах Кента? У меня есть. Я найду ее. А мы займемся тем, чем христиане боятся запятнать душу. Где мне искать этого посланца? Монахи Тунбриджа говорят, что люди короля всегда останавливаются у них на ночлег. Начни там. Я узнаю имя, а ты найди Фулке. Всему свое время. А меня ждут на южном побережье. В Фолкенстоне лучшая рыба в Уэссексе. Значит, я найду тебя там, когда узнаю имя. Киннеберт честолюбив, зато многих знает. Без него Фулки нам не найти. Еще посмотрим. Чем займешься ты? Мне пока не надоели христиане. Увидимся в Фолкенстоне. Если посланец Альфреда ночевал здесь, кто-то знает, куда он пошел. Чем могу помочь? Мне уже пора. До встречи. Ты ртом мух ловишь или спросить, чего хочешь? Я ищу человека, посланца короля, что проезжал здесь. Иди прочь, а? Или стражу позову? Устал от людей, всем что-то от меня нужно. Может, поможешь мне по доброте душевной? И я оставлю тебя в покое? Умно, тупица. Да, я видел посланца Альфреда, но он уже ушел. Может, Бард Гоуэн знает куда? Где мне искать Барда? Он напился, как свинья. Я видел, как он рухнул у деревьев между причалом и мостом. Иди, не тревожь меня!
Посланец пил вместе с каким-то бардом. Найду его и узнаю, что ему известно. Стань моими глазами, Сюнин. Бард пропоится не мог уйти далеко. Штаны украли? Ла-ла-ла-ла-ла-ла, Фанни, Фанни, девушка краса. Куда идешь ты до земли коса? Эй, ты там еще жив? Терпение, что дряхлый конь. Цок-цок. Слабак, который не умеет пить. Давай приведем тебя в чувство. Эта вода холоднее льда! Боже! Проклятие! Что за демон меня разбудил? Это ведь ты местный скальд? Я Гоуэн Одуванчик, ибо мои песни летят по всему Уэссексу. Но к чему так грубо меня будить? Вы с посланцем Альфреда пили в таверне. Скажи, куда он отправился? Разве? Я был так пьян. Может, кое-что маленькое серебряное поможет мне вспомнить. Никто не прольет слез, если в мире одним бардом станет меньше. Говори, что знаешь. А вы, Даны, совсем не торгуетесь, да? Он держит путь на юго-восток, к берегу, к Дуворскому замку. Спасибо. И помни, пьянство туманит рассудок и заплетает язык. Спасибо, это очевидно. Оставь меня терпеть кару Господню. Послание. И замок на юго-восточном побережье. Дувар,
Посланец должен быть где-то здесь. Может, я найду письмо, не проливая крови? Бард сказал, что здесь обучают паладинов. Бой будет очень непростой. Лети же, Сюнин. Смотри, Сюнин. Не стоит привлекать внимание. Покажи мне все. Thank you.
Если удастся похитить письмо, не убив посланца, будет гораздо легче. Что-то случилось? Мешать посланцу короля. Стража! Стража! Кто смеет мешать посланцу короля? Стража! Стража! Посланцу короля. Стража! Стража! Что там творится? Тут не соскучишься. Тебе конец! Альфред выбрал Элдермена Умтена по имени Тедмунд. Нужно сообщить аббату Кинеберту. Нужно найти Басима и аббата Фолкенстейна. Как-нибудь мой эль.
Я торгую в реку Жерри. В моем аббатстве варят лучшие в Кенте. Уверен, ради него я могу рискнуть своей душой. Эти тощие христиане, что не едят мясо? Что, твой бог запрещает вам веселиться? А твой бог запрещает плести шерсть сальном. Мне никто не помешает поужинать ногой барашка, ты же сын божий. Надеюсь, что вещи и муки стоят того. Не все в Писании идет из уст самого Господа. С меня хватит. Еще раз услышу про грязь на моих сапогах и волосах, выпущу ему кишки. Ага, конечно. Ты все так же будешь подлизываться к Тену Тедмунду. Я даже не знаю, он ли тут распоряжается. Что за глупости? Кто же еще? Подменыш которого принесли феи? Делом займись. Эйвор, ты с вестями? Элдерменом Кента станет Тен Тедмунд. Тедмунд. Еще одно испытание. Он боится вас, данов. Не покидает своего замка в Рочестере. Как расположить к себе того, кто не станет говорить со мной? Да ни с кем. Загадка. Тедмунд должен быть чем-то крепко тебе обязан. Допустим, жизнью. Продолжай. Мы похитим его из замка. Если победишь его врага и спасешь его от смерти, благодарность будет... велика? Безгранична. Но стены его замка крепче, чем сжатые колени монашки. Может так, а может нет. Ты что-то скрываешь, Басим? Неподалеку есть лесопилка, верно? В Бимисфилде. Альфред строит укрепление в Уэссексе за счет наших лесов. Он получает дерево отсюда. Тедмунд сейчас там. Не может быть! Как ты узнал? Прошел слух, что Тедмунд оставил свое убежище. Он смотрит за строительством укреплений в Кентербери. Похитить его с лесопилки будет гораздо проще, чем из крепости. Но и спасение будет не столь эффектным. Стоит ли оно того? Возможно. Да. Да. Приведи его к кругу камней. А Фулке? Получишь ее, когда Тедмунд будет мне верен. Иди. Я соберу небольшой отряд. Игры в кости. Коля! Шарит де Питтен! Мне не по душе этот аббат. Он скрытен и честолюбив. Скажет ли он, где искать Фулке? Нет никаких сомнений, что аббат ее друг. И если он не поймет, в чем наша цель, мы можем преуспеть. Верно. Знаешь одну старую историю о скорпионе и лягушке? Детская сказка? С хорошей моралью. Скорпион хочет пересечь реку, но не умеет плавать, и просит помощи у лягушки. Лягушка соглашается, но при одном условии, что скорпион ее не ужалит. А скорпион сжалит ее, мол, такова его природа, и оба тонут? Скорпион пересекает реку, жалит невинного человека, и тот умирает. Так в чем, по-твоему, соль? В том, что твои истории мутны и двусмысленны? В том, что у каждой тысячи возможных концовок, многие из которых неожиданны. Если аббат не скажет, где искать Фулке, я убью его. И мы продолжим путь сами. Суровый подход к делу. Бимисфилд уже рядом. Веди, я следом. Надеюсь, что все это не напрасно.
Когда аббат расположит к себе Тедмунда, он выдаст нам Фулке. Нужно сделать лишь это. Если глупец сдержит свое слово. Сюнин, разведай местность. Йо! Если узнают, пощады не жди. Ты предпочитаешь действовать скрытно. Ничего! Это большая ошибка! Я не тот, кто вам нужен! Пустите!
Спасите меня! Перестань орать или умрешь. Умру? Боже, сохрани! Тебя спасет молчание, Тедмунд, а не твой бог. Бежим, друг мой. Нужный человек у нас. Ну что, сердце забилось быстрее? Я думал, ты любишь действовать скрытно. Мы так и сделали. Быстро похитили жертву и сбежим, пока за нами нет погони. Мы прячемся у всех на виду и ждем нужного момента, чтобы нанести удар. Мне по душе действовать открыто. Владык, любящих тайны, люди не понимают. Но ты, как владыка, не можешь отрицать, что без обмана и интриг порой не обойтись. Сколько людей из твоего клана знает, почему пропал Сигурд? Вот видишь, каждый владыка должен знать, когда лучше промолчать. Ведь молчание не всегда ложь. Но порой кажется ей. Вижу, ты отлично скрываешься у всех на виду, да? Во всех смыслах. Я все делаю как следует. Стойте, даны! От имени Альфреда, короля Уэссекса, я требую освободить его подданного. Не подходи, христианин, или я убью его. Нет, я не тот, кто вам нужен. Не своди с него глаз, он стоит мешка серебра. Только дернись, и тебе не сдобровать. Он у нас. Закончим поскорее эти игры и разойдемся. Это точно Тедмунд? Он в одеждах лорда, но несколько ниже и толще, чем мне казалось. Я не Тедмунд, не он. Клянусь святым распятием, что я не Тен Тедмунд. Что здесь происходит во имя Господа? Кто ты такой? Говори живо, или пойдешь на корм воронам. Шергар! Меня зовут Шергар. Лорд Тедмунд платит мне, чтобы я притворялся им. Брат Шергар? Ты из монастыря святого Августина. Я оставил монастырь много лет назад, святой отец. У меня иное призвание. Ты нам еще пригодишься, Шергар. Устрой нам встречу с Тедмундом. Вымани его. Тедмунду плевать на меня и мои слова. Он не дает мне приказы лично. Я едва его знаю. Значит, ты бесполезен. Может, просто убить тебя сразу? Нет, стой, стой. Дай подумать. А, даны. Чтобы взять замок, нужны даны. Мне велели остерегаться их лагеря к западу отсюда. От лица Тедмунда я дал приказ солдатам их схватить. Если поторопитесь, можете успеть сами. Если еще один отряд данов пойдет с нами на приступ Рочестера, мы сумеем проскользнуть внутрь. Если саксы их не перебили. Для наших воинов я Тедмунд. Могу приказать их капитану отозвать людей. Смелая затея. Узоры, что плетут норны, не распутать смертным. Кажется, все пути ведут в Рочестер. Аббат, готовься. Мы дадим знать, когда соберемся похитить Тедмунда. А этот глупец слишком много знает. Делай с ним что хочешь. Я не стану рисковать всем ради глупца. Идем, брат Шергар. Мне кажется, тебе самое время принять обет молчания. С войском данов мы точно сумеем взять крепость. Надеюсь. Мухи охотнее летят на мед. Разве тебя совершенно не привлекает хитрость? Оставлю обман тебе, Басим. Кажется, для тебя он сродни искусству. Он требует вдохновения и расчета. Но еще сложнее убедить человека в том, что ты в его власти. Шергар предал своего лорда. Думаешь, он не поступит так же с нами? Возможно. Кто знает. Сложно понять человека за столь короткую встречу. Он слишком много лепечет. Словно младенец. Смотрю, ты не терпишь болтливых людей. Но я позволяю тебе трепать языком. По дороге через весь Кент. Потому что видишь, что моя мудрость не уступает твоей. Пожалуй, да. Лагерь уже близко.
Надеюсь, данов хватит, чтобы пойти на приступ замка. Иначе аббату придется ждать долго. Ну? Лети, Сюнин. Продолжим? Нужно спешить, если мы хотим вернуть Сюнин. Мы опоздали. Ужасное зрелище. Мы должны спасти уцелевших. Любой ценой. Обязаны тебе жизнью. Эти ублюдки Саксы убили бы нас всех. Да, убили бы. Но вы можете отомстить. Вместе мы захватим и разграбим Рочестер. Я бы рада помочь. Но такой замок нам одним не взять. И у нас нет союзников в Уэссексе. Тех, что готовы напасть на своих соседей. Но есть друзья в Мерсии. Гедрик пришлет нам своих воинов. Отправим послание в Оксенфордшир. Мерсийцы с радостью нападут на земли Уэссекса. Твое имя, воительница? Руна Эгрисдоттер. Нам нужны суда, Руна. Мы причалили выше по течению, но подходы к Рочестеру защищены цепью. Я уберу цепь, и вы приведете корабли. Доспехи и оружие нам пригодятся. С их помощью Гедрик и люди Оксенфордшира смогут скрыть, что они из Мерсии. Мои воины не попадут в Вальгаллу. Мне больно от одной мысли, что их оружие окажется в руках саксов. Большая жертва. Ради еще большей добычи. И мы отомстим за них, одержав победу. Их духи будут довольны, обещаю. Твои воины принесут доспехи? И каков наш план? Утром ты направишься в Бакингем и напомнишь Гедрику о клятве. А после встретимся на берегу у Рочестера с кораблями. Нужно предупредить аббата Кинеберта, чтобы он успел собрать своих людей. Сделай это, Руна. Я объясню, где его найти, прежде чем уйдешь. Значит, решено. Я отправлюсь с рассветом. Хорошо. Значит, успеем выпить. Ты проделал такой путь, следуя долгу. Это и есть жизнь... незримых. Дорога. Мой путь не таков, как у всех. Кредо вечно в пути. Наши идеалы для всех, мы верим в это. У тебя нигде нет дома? Пожалуй, нигде. Нет. Странно. Для меня дом – семья. Но у меня нет семьи. Нет? А как же Хайсум? Родители, братья. Все мертвы. Мне было 9, когда погибли родители. Если бы не Сигурд, я... Если бы не он. Есть узы, которых не разорвать. Да. Дети. Странное дело. От них столько тревог. И столько радостей. Сердце замирает. А если повезет, приходит на смену. Мне
не повезло. У меня был сын. Я скучаю по нему. До сих пор. Мне жаль, Басим. Его у меня отняли. Тот, кому я верил. Друг, учитель. Тот, кому я доверил бы что угодно. Но тот, кому доверяешь все, может и отнять все. Вот он и отнял. Отнял все. Цепь убрана. Путь для кораблей свободен. Взять Рочестер будет непросто. Нужно подготовиться. Навстречу волнам! Поднимай парус! Фига! Пойте, вороны! Есть у кого история? В свои 11 зим я был младшим среди моих родичей. В атаге бесшабашных мальчишек и девчонок. Вместе с родителями мы были на Перу у Хальдена Черного из дома Инглингов. Чтобы испытать нас, родители приставили к нам старуху, которая велела нам печь лепешки и подавать благородным ярлам. Через час стопки лепешек были такой высоты, что на них можно было бы поставить крышу длинного дома. Когда мы закончили, Рудрёд, что был старше меня, предложил стащить бочонок меда и отпраздновать наш славный труд. Гудрёд, Микки и Леоса пробрались в кладовку и взяли бочонок, а я стоял на страже. Но когда нас заметили, я замер. Пришли трое людей Харальда. Они ударили Гудрёда и Микеля, а Осу швырнули на пол. Спросили, кто это придумал. Я сказал, это придумал я, и мёд был для меня. Один глянул на меня и сказал только, это неправда. И они ушли. Подожди, Скальд. Мы ждем твоего приказа. Оружие и доспехи здесь? Да, хозяин воронов. Хорошо. Теперь ждем наших друзей.
Здравствуй, старый друг. Когда появилась возможность напасть на Уэссекс, ты вспомнил обо мне. Ха, какая честь. Эйвор, как идут приготовления? Мы готовы взять Рочестер? Собирай людей. Пора вытащить мышь из норы. Сокрушить! Бойцы!
Тогда надо потушить. Я все сделаю. Сил. Горящее масло! Эдмунд прячется в главной башне! Наступаем! Thank you.
Thank you.